Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Беталь, и вы на канале клана Днепряне. Начался новый ивент на локации Колорадо под названием Мастер Мест Ловли. Давайте посмотрим, что к чему. Что нам разработчики приготовили в этом ивенте. Я так по одной рыбе половил, вылавливал, в принципе, 11-звездочный всего каждого вида. Ну и просто посмотрите, что к чему. Хотелось бы забрать, я вижу, тут последняя коробка, более-менее хорошая, да, и не то чтобы более-менее, наверное, прям даже, можно сказать, отличная, так как жемчуг, и так как есть и гигантский пакет фортуны. Хотелось бы последнюю коробку, если вообще это возможно, забрать через вызов. Так, что у нас тут, 180. Да, вижу, что возможно, если ребятки там уже тащат. Ну, в общем, попробую взять последнюю коробку через вызов, если получится. Ну, а сейчас давайте получим результат. Первая вкладка у нас тут поединки. Поединки я ничего не проходил, я же говорю, просто по 11 повытаскивал. По обычке у нас тут, так, 10-11. Ничего, как видно, тоже не вытаскивал. Редкая. 10-11, так, 10-700, еще 11-11-900. Ну, 11-900 не для меня, 11 может быть, вполне выполнимо. По эпику здесь, каждого вида эпика, 11-12 надо взять. Вот будет проблемка, наверное, с эпиком, потому что у меня на эпика нету удочки. И за 12-звездочную эпика здесь по 5, больше, в общем, больше всех очков дают за эпик, получается. Даже вот за 12-звездочного мифа дают 1250, грубо говоря. Ну да. А там за эпика дают 5. Поэтому получим результат там по мифу. Так же самое. 23 тысячи плюс это уже 12 звезд. 24-990 это может даже и не 13, 12, но 12 монстр. Так, лучший результат. И также по легендарочке здесь. 10-11-12, я еще даже 11 и не ловил. 20-20-20, ну, в общем, так все. И вызовы. По 3 первых, вторых, третьих места. Все, в принципе, по стандартной схеме. Начнем, наверное, мы с легендарки тогда. Раз у меня и пока. Кстати, у меня там редкая сейчас в вызове. Начался вызов на редкую, на горбатого чукчана. Ух, там уже 11-11-500. Попробуем сейчас так порядка, как через поединок поискать. Надо 11 тысяч, короче, я так понял, да? Да, 11 тысяч. Посмотрим сейчас. Так, обычная, редкая, вот. Угу, не попался мне чукчан арбатый, ну ладно. Да, эпика будочку, конечно, склепать. Ой, как он мне сейчас нужен был бы. Нечего, данных удочек мне не хватит на... Есть у меня пятая на редкую. Еще одну пятую, хотя бы пятую на эпика. Никак не получится склепать. Так, ну вроде пока адекватный соперник. Хорошо, что сегодня нету серии поединков. Немного проще. Ну, даже сдался. Нормально. Так, ну все равно редкую надо искать. Опять лосось. Ну, будем уже искать через поединки, пока не найдем. Ну, не найдем, придется тогда с берега покидать.
Ого, 21 тысяча форельку потянул. Нормально. Неплохо так. Так, ну попробую себе подзакинуть, наверное. Что тут у нас? 22 700. Ага, сонар 40, слабый. Двадцать один пятьсот. Ну да, 23 тысячи надо там. 23 тысячи плюс. Но опять же, это желательно, конечно, под вызов. Лучше результаты вытаскивать. 22 600. Небольшая. Мгновенный было появился, можно было бы использовать, ну ладно. Так, 10 тысяч, ну победа, да, будет. Ну, 23 тоже проблемка. Не, ну как бы вроде не проблемка, но с усилителями проблемка. Так, золотая награда. Хорошо. Что у нас тут теперь по ивенту? Ну, еще не скоро. Еще не скоро. Так, здесь редкую попробовать уже доискать. Так же самое не попалось. Прокачивать я приманки не буду. Никакие вообще. Буду экономить золото на завтра. На новую рыбу. Так как на реке Мюррей. У меня тоже там с рыбами все печально. Там надо все прокачивать. И на это надо, соответственно, просто неимоверное количество золота, которого у меня вообще нет. Посмотрим, что у нас там завтра. Какой будет ивент, что нам приготовили разработчики. Ну, то, что новая рыба на Мюррей, это мы уже поняли. А что в самом ивенте будет, стандартный ивент, либо что-то там выдумали, это мы уже завтра узнаем, друзья. Ага, 10 600, ну ладно. Пусть будет так, я не против. Много кубков, тоже много. Так, ну, кум же попалась, а Чукчан так и не попался. Так, 700. Что у нас тут еще? Девять 400. Да, деревцо, конечно, обещу. Последний бонус на максималочку вкачать для соревнований. И было бы вообще very well. Ну, вроде победа. Вроде нормально все. Пока идем нормально. Потихонечку, потихонечку тут закрывается. Очко, конечно, мало добавляется. Что тут? 11 300, 11 500, 11, 11. Ну да.
Там серьезные уже ребята отлавливаются. Так, ну что тут по редке? Только 11, в принципе. А, их еще два раза по 11 надо взять. Ну, попробую давай с берега пару раз подзакинуть. Так вот, что получится. Ну, удочки нету, поэтому сонар тут разбежность огромнейшую просто показывает. Что тут у меня 10600 получилось вытащить. Ну, 11 045, это не то. Посмотрим, что у нас там. 10 800, 10 700, ну это все маловато. Ну вот 11 500, может быть двенашечка. Да, 11 203, ну, более-менее на третье место. Ну, может, еще скинут, конечно, но более-менее. Не скажу, что я прям доволен, но пойдет. Заодно 11 выловил, и заодно немножко вызов поднялся. Вот по эпическим. Вот здесь, конечно, хорошо. Очков можно заработать. Но не знаю, как пойдет. Только один здесь у нас, получается, забрал последнюю коробку. Значит, не так это просто все это будет сделать. Так, что у нас тут дальше? Ну, надо под вызов. Так же самое, друзья. Все подбирать под вызов. Потому что вот у каждого вида рыбы есть поединок. И можно через поединок закрывать вызовы. Только так получится. Иначе просто, если бы просто искать под вызов, то просто потратите усилители и на этом все. А так хоть будет возможность заодно и в вызове принять участие. Да, 2900. Ну вот, нормально там уже. Так, ну что у нас тут вообще? Что тут ловится? Хотя бы 11-звездочную взять. Это еще даже не 11. Двенадцать, конечно. Ну, так же самое, будет вызов обязательно на легендарочку, я уверен. И там уже искать двенашечку. Пока есть, в этом нет необходимости, надо все делать постепенно. И тогда успех тебе, как говорится, гарантирован. Вот этого, думаю, достаточно будет для победы в поединке. Ну, усилители так себе. Где-то чуть-чуть там, в общем, на дне бультыхается. Как-то несколько штук. Ну, в рыбацкой битве тоже, я так понял, особо сильно не нафармишь усилителей. Я там раз 10 битву провел, и ни разу, в общем, толком и не выиграл. Поэтому, я так понял, будет сложно в битве там что-то нафармить. Может, туда попозже, когда ребята уже ПКВ позакрывают, попробовать еще потягаться с теми, которые будут тоже уже просто фармить, а не гнаться за первыми местами. Так, ну что тут, 107 тысяч. Место в рейтинге 59, даже так. Ну все, теперь, друзья, буду только ждать вызовов. И оставлю последний вызов обязательно, последние там 2-3 места. Если вдруг получится, конечно же, чтобы вызовом закрыть последнюю коробку. Надо тоже, кстати, это не забывать. Это очень важный момент. Если вы прогадаете так вот точно, сколько нужно за вызов, сколько прилетит очков, и выйти минут за несколько до окончания вызова, чтобы последняя награда прилетела, когда уже вас в сети онлайн как бы не будет, тогда можно будет попробовать. В общем, я думаю,
Так и будет, друзья. Буду потихонечку, потихонечку подлавливать, подрыбачивать. Сам ивент, в принципе, мне нравится, неплохой. И награды, в принципе, более чем даже хорошие. Поэтому будем рыбачить, будем искать хорошие хвосты, лучшие награды. И получать плюшки за это. Будем готовиться к новой рыбе. Все, друзья, буду на этом заканчивать. Хотелось бы пожелать вам всем ни хвоста, ни чешуи в ваших ивентах. Также хотелось напомнить тем, кто не подписан на канал, оформляем подписочку. Жмякаем на подписочку, не стесняемся. За это вам будет огромная благодарочка лично от меня. Также прожмякиваем лайки, не забываем. Пишем в комментариях, задаем вопросы. С удовольствием с вами, со всеми пообщаюсь. Все, с вами был Веталь. И ни хвоста, ни чешуи. Пока.